Новые детали в деле об убийстве депутата Миргородского горсовета свободовца Олега Супруненко. Напомню, его жестоко убили в июле этого года. Неподалеку от дома Супруненко избили неизвестные. 26 дней он пробыл в коме и умер, не приходя в сознание. Задержаны трое подозреваемых. Один из них – коллега убитого, депутат горсовета от радикальной партии. О ходе расследования и версиях преступления в материале Светланы Шекеры. Предполагаемых убийц депутата Миргородского горсовета, свободовца Олега Супруненко, полиция задержала через полтора месяца. Оперативным шляхом напрацювала информацию и реализовала данную информацию. Две особо затримані в статье порядка 208. А на этой неделе задержали коллегу убитого депутата горсовета, члена радикальной партии Хачатура Хачатряна. Его подозревают в причастности к убийству Супруненко. Наразі йому, а також двом іншим спільникам повідомлено про підозру. Вже двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно підозрюваного депутата судовий розгляд триває. Это жестокое убийство в Миргороде обсуждают до сих пор. Та ну Миргород гудів, район гудів, це однозначно. Жаль, хлопця правильний був. В суде подозреваемый Хачатур Хачатрян попросил переводчика, мол, не понимает украинский. Это заявление, по мнению нардепа Андрея Ильенко, можно расценить как признание в том, что гражданство Хачатрян получил незаконно. Ведь все претенденты на гражданство сдают экзамен по украинскому языку. На своей странице в Фейсбуке Ильенко опубликовал обращение к миграционной службе с просьбой лишить Хачатряна украинского гражданства. Депутаты Миргородского горсовета подтверждают, Хачатрян получил гражданство аккурат перед выборами 2015-го. Громадянство он набув у 2015 році, в липні місяці. То есть получается за 4 месяца или за 5 до выборов самих. Можливо, это специально набувалося громадянство для того, чтобы зайти в міську раду. У радикала Хачатряна спортивный бизнес. В своем клубе занимается с молодежью пауэрлифтингом, но использует спортсменов не только на соревнованиях. Например, говорят жители Миргорода, чтобы охранять мэрию от митингующих. Он спортсмен, да. На жаль, в нашей державі інколи спортсмени, вместо того, чтобы проводить здоровый способ жизни, роблять какие-то банды и очолюют их, и потом терроризуют места. Однопартийцы и друзья считают, мотивы убийства Олега Супруненко политические, поскольку в горсовете яро выступал против местной тарифной политики. И обращают внимание на неразборчивость радикалов, принявших в свои ряды человека с сомнительным статусом. Как они смогли до себя взять такого члена партии? И в результате маємо то, что маємо. Взяли до себя в список громадянина, який набув громадянство в 2014 році, який на суді, коли йому запобіжний термін, казали, я не розумію українську мову, і змушений був перекладач з вірменської. Следствие сейчас прорабатывает несколько версий, в том числе политическую. Светлана Шекера, Ольга Теребинская, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Полтавская область.